Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу «Формат». Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Томас Єрмалавіч, керівник досліджень Міжнародного центру оборони та безпеки. Це в Таліні, в Естонії. Томас, здравствуйте, привітствую вас в ефірі. Добрый день, слава Украине. Героям слава. Собственно, знаете, с чего хочу начать? С такого, может быть, небольшого анализа того, что происходит во время наступления вооруженных сил Украины. Мы видим, что даже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный раздражен неким таким давлением со стороны наших союзников, западных экспертов и так далее. Вот что-то подобное он сказал в интервью Washington Post на прошлой неделе. Видите ли вы вот это давление? Что слышите вы по поводу того, как идет украинское наступление? С официальных кругов я не вижу такого давления. Больше, наверное, с таких более широких кругов, где, наверное, ожидания по поводу всего этого контрнаступления были немножко завышены, скажем так. И из-за этого мы, наверное, имеем такой вот как бы... ожидания, которые сейчас не оправдываются якобы. И я уже предупреждал, наверное, на нашем последнем интервью разговоре, что эти ожидания должны все-таки больше отражать те реальности, с которыми сталкиваются украинские вооруженные силы, военное командование, и что это не будет прогулка в парке, что это действительно будет тяжелый бой, тяжелая кампания, которая будет длиться неделями, месяцами. И поэтому как сказал генерал Залужный, эти ожидания все-таки это проблема тех, у которых эти ожидания есть, а не проблема Украины. Все-таки, с другой стороны, я должен заметить, что эти общие такие более широких кругах распространенные ожидания, наверное, тоже воздействуют немножко на эмоции и тех, которые принимают решения и делают политику. Но здесь мы сталкиваемся с другой проблемой, которая намного важнее, чем скорость или эффективность контрнаступления или ее, как сказать, натура этого контрнаступления. Это то, что действительно, как украинские военные и политическое руководство указывали уже говорили давно, Украина идет в это контрнаступление, не имея все то, что надо, по западной даже доктрине. Я не знаю, какой западный генерал бы пошел на такие бои планировал такие операции, не имея, например, превосходства в воздухе. Украина это делает и делает компетентно все-таки в рамках тех возможностей, которые есть. Но проблема в том, что Запад поставлял оружие Украине медленно. Мы помним, сколько надо было времени уговаривать союзников на Западе поставить танки. Сейчас та же самая проблема с F-16 и так далее. То есть здесь самая главная глубинная проблема, и не надо тут действительно обвинять украинцев, украинских военных и вооруженные силы, что контрнаступление не идет так, как военная доктрина Запада это, наверное, подразумевает или описывает, как должно это происходить. То, что делается, то, что мы видим, действительно очень систематическая операция, хорошо подготовленная, тщательно подготовленная, осуществляется компетентно. Мы видим, под каким нажимом сейчас на зоне находятся русские по всей фронтовой линии. И поэтому я действительно бы, коммуникация с моей стороны должна, наверное, была бы, что со своими ожиданиями справляйтесь сами. А здесь есть совсем другая динамика и другие реалии. Томас, а как вы понимаете вот эту такую, правильное слово, не знаю, половинчатость решений наших западных партнеров, западных партнеров Украины, в том смысле, что действительно мы получили танки, которые нам были нужны, мы получили бронемашины, но при этом, скажем, у нас нет дальнобойных ракет или у нас нет истребителей, то есть... Получается, что фактически сейчас вооруженным силам Украины предлагают вот такой вариант. Да? Вот то, что у вас есть, вы должны этим довольствоваться. И фактически дальше может возникнуть проблема, как долго мы сможем вас финансировать. Очевидно, что у каждой страны есть свои внутренние проблемы. И если просто посмотреть на погодные условия, то фактически времени есть до октября. Потому что после октября начинаются дожди, и снова все застревает. Как вы понимаете, половинчатость...
вот того, что нам дают. Очень такая странная динамика, которая опирается на такой страх эскалации. Страх эскалации со стороны России, который не обоснован, этот страх, я бы сказал. И нежелание действительно, наверное, вызвать какой-то коллапс в России или такое поражение на поле боя, из-за которого какие-то были появилась какая-то очень большая нестабильность в самой России. Наверное, это такие глубинные причины. И из-за этих причин мы видим, как даже себя ведет США, который самый главный поставщик помощи. Я сейчас посмотрел, наверное, более 40 миллиардов долларов стоимость всего военного пакета. На втором месте Великобритания, которая предоставила где-то 4 с чем-то миллиардов вооружениями. То есть здесь в основном позиция США очень важная. И там есть свои какие-то, наверное, предположения или какой-то анализ. И этот страх эскалации, что это может привести к какому-то, наверное, либо провалу в России, который дестабилизирует государство, либо на прямое столкновение между НАТО и Россией, это, наверное, превалирует. И поэтому мы видим такую нежелаемость давать дальнобойное оружие. Сейчас, по-моему, самое дальнобойное оружие, которое в руках Украины со стороны США, это где-то около 100 километров в радиусе действия. То есть это действительно, и это еще приходит иногда с других партнеров тоже, так как мы называем гомеопатическими дозами, да. Мы говорим про танков, и посмотрите, сколько этих танков только что поставили. То есть это не является такая обширная помощь, которая нужна для обширной кампании. И украинцы в этом смысле правы, что, может, наверное, слишком мало делается. Может быть, есть какие-то объективные причины. Например, мощность военной индустрии на Западе, она не такая большая, чтобы удовлетворять вот нужды такой обширной войны, которая происходит сейчас на земле Украины. Но при этом, простите, что перебиваю вас, но при этом все-таки мы понимаем, что те же Атакамсы, да, ну вот ракеты дальнего действия или Таурусы, немецкие ракеты, которые, ну вот приблизительно подобным же образом работают, или F-16, да, ну довольно уже старые модели истребителей, они доступны, они есть, но нет решения. Вот и тут, конечно, вопрос в том, а как долго может бояться Запад того, что Путин нападет, учитывая то, что, ну именно на это Путин рассчитывает, Кремль рассчитывает, да, на нерешительность Запада, на то, что Запад всегда будет идти на попятный. Именно это и есть расчет такой в Кремле, и, наверное, он хорошо все-таки скалибрирован, чтобы играть на этих страхах, на том анализе, который существует вот у Маха на Западе, что они боятся эскалации, значит, можно пугать ей. Я не знаю, чем сейчас может Путин эскалировать против Запада, поскольку мы уже видели, сколько раз уже передавалось то оружие, которого боялись передавать, и ничего такого не случалось, никакой эскалации не было. Мы из балтийских стран уже давно говорим своим союзникам, перестаньте бояться этого, Путин реагирует на любые проявления, он эскалирует, когда бывает проявление слабости, а не когда проявление силы. Но, как мы сейчас мы уже видим, наверное, на Западе нас слушают, но не слышат, или наоборот, как. И поэтому наш анализ, наверное, все еще не услышан так хорошо. И здесь даже вопрос тоже, с такими же проблемами сталкиваемся не только по вооружению Украины, помощи Украине, но и по вопросу членства Украины в НАТО. На следующей неделе будет саммит в Вильнюсе в Литве, и вопрос Украины, вопрос перспективы членства в НАТО сейчас стоит очень остро, и ведутся переговоры, какая будет формулировка, что мы будем предлагать, и какие перспективы. И здесь опять сталкиваемся с той же самой проблемой, что среди наших западных союзников все еще нет решимости и политической воли все-таки Путину показать действительно, что он не сможет достичь своей цели, что у него нет права вето на расширение НАТО и что рычаги все действительно в руках Запада, а не в России.
Ну вот да, действительно, вы сказали о том, что буквально 11 да, июля в Вильнюсе начнется саммит НАТО, и мы помним о том, что Украина, конечно же, рассчитывает на какую-то такую жесткую реакцию Запада на действия России, на агрессию в Украине, и на то, что сейчас Россия перемещает ядерное, тактическое ядерное оружие на территорию Беларуси, и при этом одновременно... Есть такая иллюзия, мне кажется, она присутствует в том числе и в медиапространстве, о том, что что-то такое должны достичь украинские войска на поле боя именно перед этим саммитом НАТО. Можно ли сказать, что это может на что-то повлиять, как вы считаете? Я так не думаю. Действительно, это больше уже идет на политическом уровне, и вопрос стоит очень простой. Даем перспективу членства НАТО, не только перспективу, но даже мы говорим, будет Украина членом НАТО и когда, и даем дорожную, как сказать, дорожную карту, либо вообще говорим уж как балтийские страны, что вот у нас здесь желание принять Украину немедленно в альянс. И с нашей точки зрения в балтийских странах у нас есть уверенность, что если Украина стала бы членом НАТО, война прекратилась бы завтра же. Это такое у нас предположение, основано на анализе, как ведет себя режим Путина. И как все-таки не бояться тоже со своей стороны провоцировать любой конфликт прямой с альянсом, потому что здесь уже вопрос выживания своего всего режима Путина, его вертикали власти и Кремля. С другой стороны, есть очень много осторожностей среди таких больших союзников, как США, Германия. И, к сожалению, там анализ другой. Там это нежелание провоцировать Россию и нежелание втягивать НАТО в любой прямой конфликт, любое прямое столкновение с Россией очень сильно распространено. И сейчас как бы ищут какого-то компромисса, какого-то решения посередине всего этого. И некоторые страны там предлагают всякие, например, там партнерство обороны и сдерживание между НАТО и Украиной, которая в конце концов после войны превратилась бы в членство в альянсе. Но мы в балтийских странах говорим. Тут Витутас Ландсбергис, гранд литовской политики, только что сказал, пока Россия существует, нет никакого после войны. И здесь надо перестать думать в этих категориях, а просто делать то, что надо, чтобы Россия остановилась, ее агрессия остановилась. И членство Украины в НАТО – это одно из самых эффективных инструментов сдерживания России. Но опять начинается. Там, в Париже слышал такие слова: а какую территорию мы тогда защищаем? Ту, которую Украина контролирует, или всю территорию Украины? Уже начинаются тогда такие разговоры о неясности этих обязательств коллективной обороны, где и как они распространяются. Или что мы не принимаем стран, которые воюют. Никогда не было такого прецедента и так далее. И вот эти разговоры, переговоры до сих пор ведутся. Я даже слышал, министр обороны Литвы очень жестко попросил экспертов перестать быть пессимистами в публичном пространстве и не мешать переговорам, которые очень интенсивно ведутся. Какая все-таки будет эта формулировка? Украина в НАТО после войны, Украина в НАТО сейчас, или просто какие-то более общие формулировки, которые дают какой-то позитивный сигнал Украине, какой-то сигнал России, но все-таки, опять же, оставляет весь вопрос открытым. И здесь, я думаю, эти переговоры будут происходить даже в ночные часы в Вильнюсе уже, и как это будет, какая формулировка в коммуникате, наверное, пока что даже никто не знает. Ну, действительно, об этом говорят в том числе и украинские эксперты. В нашем эфире, например, прозвучала мысль о том, что, конечно же, на этом саммите НАТО должно быть сформулировано, а что означает окончание войны в Украине, да, вот что это, где эта точка или где это троеточие, и, собственно говоря, по поводу формулировок будут биться действительно до последней минуты. Вы сказали уже о том, что, да, есть такая очень четкая позиция стран Балтии, и мы в Украине очень благодарны и за поддержку, и за вот такую адвокатскую деятельность стран Балтии. Но вы говорите о том, что вас, ну, либо
слушают, но не слышат, либо слышат, но не слушают. И при этом мы понимаем, что аналитика стран Балтии, наверное, более релевантна, чем то, что могут предложить страны, которые не имеют общей границы с Россией, которые не имеют опыта, собственно, российской оккупации. Как вам кажется, почему тогда аналитику стран Балтии, к аналитике стран Балтии не прислушиваются должным образом? Я, наверное, полагаю, что каждый раз они нас слышат только, когда они бывают в каком-то состоянии шока, наверное, глубокого. Иначе я не могу объяснить, как опять же то... Они уже признали, что наш анализ в прошлом, он был правильный про Россию, что мы были правы, когда говорили об натуре режима, о его намерениях, агрессивности и неоимпериализме и так далее. Сейчас уже признают, что мы были правы. Вопрос, как хорошо сказал бывший президент Олег Грибовская тут на конференции в Вильнюсе, что почему они опять же нас не слушают. Если мы были правы в прошлом, почему они не думают, что мы можем быть правы опять в нынешнем и по поводу будущего. И здесь, я думаю, очень много такой инерции, наверное, в Вашингтоне, в Берлине, в Париже по поводу отношений России, по поводу того, какого исхода мы желаем. И сейчас уже я видел тоже такие интересные разговоры в Твиттере, что, наверное, некоторые страны не желают проигрыша Украины в этой войне, но не желают и полной победы, которая была чревата какими-то очень негативными последствиями для России. Есть это желание сохранить Россию как актора международных отношений, как страну, с которой можно вести какие-то переговоры и так далее. И опять же мы возвращаемся в конце 80-х, начало 90-х, когда то же самое пытались делать в отношении балтийских стран и сдерживать нас от любых шагов, которые могут повредить Горбачеву, перестройке, Советскому Союзу и так далее. Мы там уже были, мы видели, чем закончился обвал СССР, а ничем не закончился. Страны освободились, стали независимыми и жили дальше. То есть, я думаю... Надо перестать просто бояться, что победа Украины принесет какой-то ущерб России. Как-то один процитировал мой коллега тут финнов из Карелии, если будет Кремль гореть из-за этого, мы подольем еще масло немножко, поэтому не надо перестать бояться этого. Да, но при этом, знаете, вот если говорить о дестабилизации России, о том, вот что же там может происходить, если пошатнется вот эта путинская вертикаль, в принципе репетицию мы видели 23-24 июня, когда главарь вот этой банды наемников так называемой частной военной компании Вагнера, они зашли в Воронеж и Ростов-на-Дону, взяли под контроль военные объекты, говорили о том, что собираются двигаться на Москву. Потом все, конечно, закончилось довольно стремительно, никто на Москву никакую не двигался, своих наемников из Ростова вывели, кажется, сейчас передислоцируются в Беларусь. Мы не можем это верифицировать, не можем это ни подтвердить, ни опровергнуть. Но, тем не менее, Запад увидел, что может происходить, цивилизованный мир увидел, что может происходить. По идее, оценивая произошедшее событие, можно говорить о том, что крепкость, стабильность этого режима переоценена. Как вы считаете, а какие уроки вынес цивилизованный мир, да, цивилизованный Запад, возможно, из того, что происходило во время так называемого переворота или марша справедливости Пригожина? Действительно, наверное, и это мы пытаемся тоже нашим союзникам говорить. Смотрите, все-таки это сила Путина, это фикция. Мы видели, как он себя вел, его структуры себя вели во время этого марша или военной демонстрации, не знаю, как это, бунта или как это назвать, да. И что действительно Путин не эскалировал, не пытался там разгромить всех всеми силами и так далее, что его службы просто не могут этого сделать. Неспособны. Организации, структуры, которые готовились только бить демонстрантов, когда сталкиваются даже с малейшим проявлением военной силы и сопротивлением беспомощны по существу. И поэтому надо действительно не переоценивать агрессивность и способность и желание эскалировать со стороны этого режима. Единственное, думаю, такое вот серьезное волнение в
и страх на Западе. Что будет с ядерным оружием? Это, наверное, единственный вопрос, который волнует всех, которые наблюдают за происходящим в России. Все остальное, если раньше еще могли там бояться каких-то обрывок, каких-то энергетических связей, экономических последствий, после года войны в Украине и всего того, что делалось в экономическом плане, санкции и освобождение по существу Европы от газовой иглы России и так далее, все эти уже факторы ушли на второй и третий план. Единственный сейчас фактор, который действительно это ядерное оружие. И думаю, надо проигрывать просто сценарий, думать, какие должны быть меры, шаги в каждом сценарии, чтобы контроль над ядерным вооружением не был бы утерян, что действительно эта деменция не была очень больших последствий для глобальной безопасности. А все остальное, как там русские между собой разберутся, будет ли Путин номер два, будет ли Пригожин один, царь Николай III, действительно, нам должно быть абсолютно плевать. Россия бы останется Россией. Она останется, если она останется в одном куске, вот, который сейчас существует, она останется империей. И нам надо просто работать так, чтобы эту империю сдерживать или держать в коробке под жесткими санкциями, под жесткими мерами, чтобы она просто варилась внутри в этом своем котле. Там, знаете, был еще один интересный момент из того, что происходило как раз 24 июля, вот в этот день мятежа, так называемого недомятежа. Мы увидели 4 звонка Путина. Он позвонил в Беларусь, он позвонил в Казахстан, он позвонил в Узбекистан и он позвонил в Турцию. Из этих стран, ну, очевидно, Беларусь, Казахстан, Узбекистан — это члены ОДКБ. Кажется, в Казахстане президент ему сказал, что, ну, это ваше внутреннее дело. Самопровозглашенный президент Беларуси сейчас утверждает, что именно он решил весь этот кризис, предотвратил гибель путинского режима. А вот Турция, как вы это понимаете? Вот есть страна-член НАТО, да, есть президент Эрдоган, который переизбрался вот снова, да, снова будет управлять страной еще ближайшие годы. Как вы понимаете, вот этот звонок, что он должен был означать? Может, проверял свой баланс в банке в турецком каком-нибудь, не знаю. Я не знаю, так шутить. Но действительно, наверное, это единственный, кроме Орбана, наверное, единственный глава государства во всем альянсе, который, наверное, поднимает трубку, когда Путин звонит. И здесь, естественно, что позиция Эрдогана балансировать между Западом и Россией, оставлять такие какие-то каналы коммуникации, или даже экономические каналы и так далее, становится таким как бы и одним из каналов, наверное, для Путина искать какой-то помощи или каких-то гарантий и так далее. Но все-таки я бы сказал, что это все эти звонки были больше признак паники со стороны Путина, если обзванивают так всех и пытаются что-то, какие-то гарантии вы не получить, это действительно больше признак паники. Я думаю, просто была сделана ошибка со стороны Запада немножко. Там Вашингтон пытался коммуникировать, что, знаете, вот это не мы, за Вагнером мы точно не стоим, тут руки Запада нету. Я думаю, это была ошибка, не надо таких такой коммуникации делать. Наоборот, если надо, то больше делать, знаете, если хотите, мы можем это повторить. Поэтому должна быть такая коммуникация. А Турция, она действительно, она стала таким интересным игроком, который, как мы знаем, до сих пор тоже блокирует и членство Швеции в альянсе вместе с Венгрией, которая не блокирует, но и не ратифицирует. Да? И этот такой трудный союзник, он все-таки, его надо как-то пытаться тоже с ним вести переговоры. Я тоже важный игрок в Черном море, и Путин это понимает, и, наверное,
пытается как-то эксплуатировать такую независимую линию Эрдогана, чтобы может быть, расколоть сам альянс. Но в этом конкретном случае это просто признак паники со стороны режима Кремля. И то, что Лукашенко пришел на помощь, это, наверное, надо просто взять как пример утери лица режима, где карман и пудель режима вдруг стал спасителем хозяина. В настоящей жизни, если пудель спас хозяина, был бы очень хорошим примером, но и все бы хвалили пуделя, но сейчас это просто уже стало для режима Кремля немножко такой потерей лица. Да-да, понимаю, о чем вы. Мы, конечно, бы тоже хотели, чтобы Вашингтон сказал, если вот захотите, мы сможем это повторить, но, к сожалению, Вашингтон предпочел оправдываться. Томас, спасибо вам большое за этот разговор. Хочу нагадати нашій аудиторії, з нами на зв'язку був Томас Єрмолавіч, він є керівником досліджень Міжнародного центру оборони та безпеки в Талліні в Естонії. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.